Всем привет, друзья! Вы на канале «С миру по пиву». И у нас сегодня очень интересный выпуск. У нас не будет совершенно никаких обзоров. У нас сегодня, наоборот, будет очень интересный обзор интересной штуки, которая называется, обратите внимание, «Запивка после застольная. Бодряк». Вот такая вот штука, которая якобы употребляется после очень сильно мощного дегустирования. И утром вроде бы как у вас будет бодряк. Что нам для этого нужно? Нам нужно 70 литров. Нам нужно 70-100 мл воды. Вот эта вот штука бодряк, которую нужно смешать. Высыпать содержимое пакета в стакан, залить 70-100 мл воды и тщательно перемешать для полного растворения. Выпить одну порцию после застолья. Вот здесь, обратите внимание, все написано, как это нужно делать. Состав: кремний диоксид Е551, кислота лимонная Е330. Пищевая ценность 100 грамм продукта, белков 0, жиров 0. Энергетическая ценность 0 калорий, 0 углеводов. Масса нетто 10,5 грамм. Производитель ООО «Нанотехпром», местонахождение производства — Саратовская область, Татищевский район, Сторожевское муниципальное образование, фактический адрес — Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239Л. 239 литров. О, даже сайт у них есть — www.bodryak.com. Во. Это вообще, как так все получилось-то? Мы с Ипполитом Матвеевичем сегодня очень много всего продегустировали. Самое разное пиво у нас было сегодня продегустировано, обзоры выйдут впереди. Ну и потом Ипполит Матвеевич решил это все заполировать Киликией. Мы выпили очень много пива Киликия. Ну и потом уже я достал бутылку атомной прачечной, потому что захотелось уже, как говорится, все усугубить. Захотелось уже, чтобы было все вообще нормально. После одной бутылки прачки все стало просто великолепно, но второй уже не было, к сожалению, или, может быть, даже, наверное, к счастью. В общем, все, короче, склифосовский. Открываем, насыпаем. Оп, как она сыпется. Сейчас ножницы возьму. Так, вот аккуратно отрезаем. Все, насыпаем вот сюда. Высыпаем вот это вот зелье. Непонятного совершенно характера. Кто-то, наверное, скажет: ага, химия. Кремния диоксид. Вот, и заливаем это все, ну, примерно 100 мл воды. Перемешиваем. Чем-то вся эта консистенция очень сильно напоминает полисорб. Кто знает, тот поймет. Ну вот, стакан у нас 0,2, ну, тут примерно, да, полстакана где-то. 100 мл воды. Друзья, почему-то закончилась запись, закончилось место, ну, так иногда бывает, особенно когда вот так вот вы в воскресенье вечером дегустируете. Вот такие непонятные какие-то напитки. Значит, что у нас тут в аромате? В аромате у нас диоксид кремния, скорее всего, все. Пробуем вкус. Ой, вкус какой-то синтетический, противный, обволакивающий. Ой. В послевкусии чувствуется лимонная кислота. Допиваем эту гадость. Пренеприятный вкус. Мы это сделали. Ну все, завтра я выйду в эфир и обязательно вам все расскажу, как я себя утром чувствовал. Потому что, ну, утром, ладно, что утром. Я обычно просыпаюсь утром, а похмелье-то просыпается где-то в обед. Поэтому завтра после обеда мы где-то в эфир-то и выйдем. Итак, друзья, наступило утро следующего дня, которое я проспал до 10 часов. В 10 утра я проснулся, голова у меня совершенно не болела, но при этом было неприятное состояние такой тошнотности после того, как вот, которое обычно бывает после обильного возлияния. По идее, не должно было его быть, так как я же выпил бодряк, запивку после застольную, никакого похмелья у меня не должно было быть, однако, тем не менее, тошнота меня присутствовала. Тошнота меня присутствовала. Тошнота меня сопровождала. Поэтому не могу я назвать это средство какой-то панацеей. Я даже почему-то думаю о том, что не выпей я его, я бы себя точно так же чувствовал. Возможно, нужен будет его перетест, но пока я к этому не готов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе выхода новых видео на канале «С миру по пиву». Ну, как слышите, голос-то все-таки у меня бодрячком сегодня. Ха-ха-ха.